Полиция совместно с сотрудниками пограничного управления Приморского края продолжает проведение мероприятий по контролю над соблюдением требований миграционного законодательства Российской Федерации. В ходе комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал» сотрудниками управления МВД России по Приморскому краю совместно с коллегами из других правоохранительных ведомств проведено 261 проверочное мероприятие. Рейды прошли на объектах сельского хозяйства, транспорта, в местах компактного пребывания и проживания иностранных граждан, строительства, торговли и оказания услуг на рынках и сетевых предприятиях торговли. В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции составлено 627 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за нарушение правил въезда, выезда и пребывания на территории России, несоблюдение установленного порядка осуществления трудовой деятельности на территории страны. 39 работодателей привлечены к ответственности за нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности в России иностранных граждан и лиц без гражданства. На основании собранных сотрудниками полиции материалов в отношении нарушителей миграционного законодательства судами общей юрисдикции вынесено 217 постановлений о наложении штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Выявлены 20 преступлений в сфере миграции. 12 жителей Приморского края привлечены к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию и постановку граждан на учет по месту пребывания или месту жительства. В результате проведения операции «Нелегал-2023» возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Отметим, что рейдовые мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства продолжаются.